Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. Об этом сообщил начальник ПФР города Эдуард Фаттахов. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за 2 месяца, за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Он должен быть меньше прожитого минимума на человека. По Республике Татарстан эта сумма составляет 10 756 рублей. От дохода зависит размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе – 10 433 рубля. Соответственно, вам будет назначаться 50% от этой суммы. А если ваш доход плюс выплаты в размере 50% опять не достигает прожиточного минимума по Республике Татарстан, вам будет назначаться 75% от прожиточного минимума ребенка. Если опять у вас ниже прожиточного минимума, с учетом уже 75% назначенной, будет назначаться 100%. Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.